14 октября Православная Церковь отмечает один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен явлению Божьей Матери в один из храмов города Константинополя во время службы. По распространенной версии, в начале X века Византия страдала от противостояния с арабами. Одним воскресным днем, когда люди молились о прекращении кровопролития, Дева Мария явила молящимся свою благодать. Она сняла с головы покрывало, называемое амафор, и подняла над прихожанами в знак своего покровительства. Вскоре жители города избавились от нашествия неприятеля. Войска противника отступили. Празднику посвящены церковь Покрова на Нерли, построенная в XII веке, и собор Покрова на Рву, или собор Василия Блаженного. В славянском календаре праздник означал завершение сельскохозяйственных работ. В этот день существовали свои приметы. Люди узнавали, теплая или холодная будет зима. Если в этот день дует северный или восточный ветер, значит, стоит ожидать холодной зимы. Если южный, то снежной и теплой. В конце сентября и начале октября профессиональный праздник отметили люди одной из самых благородных профессий – педагоги. В минувшую пятницу в Ильском доме культуры прошел смотр-конкурс в честь учителей и дошкольных работников под названием «Под мелодию ветров». Родные мои коллеги, со всей своей души я поздравляю вас с праздником профессиональным. Наше великое дело – работать в школе, работать в детском саду. Это, наверное, самая трудная, но очень почетная работа. И самая благодатная, и самая нужная, самое главное для наших детей. От всей души я вас поздравляю с профессиональным праздником. Самое главное – счастья вам, большого-большого здоровья и мира в ваших домах. Второй смотр-конкурс объединил самых творческих педагогов. В честь праздника почетные грамоты от Управления образования получили учителя и воспитатели, победители конкурсов. Продолжилось мероприятие концертом, в котором приняли участие как сами преподаватели, так и воспитанники творческих кружков Северского района. Посреди всей этой древесной феерии стоит кровать для принцессы на горошине со стопкой матрасов. Все окружено деревьями и мерцающим сказочным светом. На международной выставке дизайна интерьера в Лондоне идея экологичности и охраны природы вышла на первый план. Более того, природа как будто вошла внутрь домов и квартир. Мы решили сделать детскую спальную комнату фантастической и веселой. Позволили фантазии разгуляться. Меньше практичности, больше фантазии. Коврики сделаны из переработанных пластиковых бутылок, а лежат они на полу из биоразлагаемого волокна. Матрасы на кровати тоже экологичные, на 100% сделаны из органической продукции. Все больше и больше дизайнеров обращаются к экологичным материалам. Такие яркие принты на подушках и обоях очень популярны в качестве элемента детских комнат. Впрочем, некоторым взрослым они тоже нравятся. Все создано под вдохновением природы, растений, животных, цветов. То есть мы привносим в дизайн окружающий мир. Создатель этого интерьера приехал из ЮАР. Его гостиная наполнена морскими голубыми оттенками, настоящими ракушками и резиновыми фигурками кораллов. И тот факт, что окружающий мир переносится внутрь, заставляет людей понять, что им нужно защищать природу, немного больше следить за этим миром. А эти ковры заслуживают отдельного внимания. Они тоже сделаны из переработанных материалов. На изделие длиной 3,5 метра ушло 6 тысяч пластиковых бутылок.
Смотри, и правда размер за год увеличился. И давно вы за размером следите? Мы? Каждый год. А ты? Узнайте размер вашей будущей пенсии через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Проверьте, платит ли работодатель за вас страховые взносы, количество ваших пенсионных коэффициентов и какую страховую пенсию вы уже заработали. О, а давайте размер моей пенсии посмотрим. Пенсионный фонд России. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Твое появление на свет было большим счастьем. Твои первые пятерки вселяли уверенность. Твой диплом был воротами в большую жизнь. Твой первый букет говорил о любви. Но твой выбор перечеркнул все. Я смотрела, как ты уходишь за людьми с оружием, оставляя лишь следы на пепелище своей жизни. Экстремизм – путь в никуда. Выбирай жизнь.